Сегодня в Москве на церемонии награждения юных героев, о которых мы рассказывали в начале выпуска, прошла акция «Елка желаний». Она уже стала традиционной. А мечты детей исполняют даже самые занятые и серьезные взрослые. Президент, министр, депутаты, губернаторы. Представители «Единой России» Андрей Турчак, Александр Карелин, генерал-полковник Владимир Шаманов сняли с новогоднего дерева открытки с желаниями детей, которые обязательно теперь исполнятся. Такие же елки появятся во всех региональных отделениях «Единой России». Так что желанные подарки получат сотни ребят по всей стране. Те, кому сейчас приходится непросто, кто остался без родителей или тяжело болеет.